расскажи, как готовить лук. Я не знаю, как. Ну, как папа его готовит? Я не знаю. Скажи, его нужно выложить на решетку и жарить на открытом огне, да? Да. Пока он не начнет потеть. Да. А потом сложить в газету. И он должен немножко полежать, да? А потом надо кушать. А потом кушать. Листики верхние нажмите. И иголочка нажмите и вытягивать. Какая еще. Ты молодец. Ты все и помнишь? И вмочать все и кушать там. Молодец. Вот так, да? Да. Так, внимание. Объясняю, как правильно кушать, чистить кольцо. Каталонский. Берем центральные листики лучка. Легонечко нажимаем здесь на кончике и должен выйти вот такой вот продукт. Макаем его в настоящий соус, не подделку, и вперед. Теперь надо сказать Бониссимо.